бунты стокгольмских мигрантов – это часть общего процесса, который происходил в Европе в разных странах. Мы знаем прекрасно и большего масштаба бунты, которые были, например, во Франции. Мы знаем беспорядки, которые случались в Англии. Мы знаем напряженность, которая существует в Германии. Так что это, в общем, часть большей проблемы. И на самом деле Россия испытывает ту же самую проблему. Проблема с мигрантами в таких городах, как Москва, например, она очень острая и стоит. И, наверное, любой москвич будет называть эту проблему одной из номер один вот, в списке тех проблем, которые его волнуют. Это то же самое касается и Санкт-Петербурга, и касается ряда других городов. В принципе, это касается идентичности вот, старых европейских наций, которые очень сильно сейчас размываются, потому что демография очень слабая, детей рожается мало, экономические кризисы преследуют белое население, идут иммигранты с юга, которые вытесняют традиционное население, возникает, соответственно, сложность. Единственный способ с этим каким-то образом бороться, это на самом деле для общества совершить левый поворот. Поворот, который обеспечит рост уровня жизни коренного населения, соблюдение его прав. Только таким образом можно избавиться от межнациональных проблем.